прекрасная пора, пока не тронула яркости этих цветов, незатейливо расположившись в тепличке, услаждая зор они своим цветением. Продолжается работа волонтеров по проекту «Аптекарский огород», и неустанные люди, влюбленные в землю, трудятся над созданием своего чудо-сада. Сейчас многие цветы отцвели. Мы уже выбрали и собрали все целебные травы с наших грядок, срезали, они сушатся. А остались те цветы, которые самые поздние, выдержали. И мы решили многие цветы, которые есть у нас, пересадить в теплицу. Для того, чтобы продлить это цветение осени и еще собрать семена успеть. То у нас есть вот такой маленький рай. Продолжение вот этого лета. И самое главное, это наши встречи, когда есть чем поделиться, вот, рассказать о своих перспективах. Мы здесь еще и планируем, как дальше мы будем в новом году наш огород улучшать, что будем приобретать. А ведь действительно саду цвесть. Рябина, вергинская черемуха, вишня, сакура украсят территорию бывшего детского сада микрорайона строителей. Посадки проводятся с учетом сложившегося ландшафта. Задумка волонтеров – создать прекрасный сад, заменив старые больные растения посадками деревьев и кустарников, удивительно красивых в любое время года. Проект, который мы начали, аптекарский огород, потихонечку перерастает другой проект «Подарим сад городу». Дело в том, что территория детского сада и сам детский сад, который был построен 34 года тому назад, в свое время тоже первостроители хотели сделать садом. И вот здесь было высажено десятки яблонь. Я представляю, каким был красивым этот яблоневый сад тогда. 20 лет, 15 лет тому назад. Но сейчас эти яблони стоят, они просто уже даже не выживают, они уже погибли. Они уже не цветут. Вот сегодня мы хотим посадить черемухи вергинские и рябину. Причем мы хотим сажать это не как попало, как в голову придет, а с учетом того, какой сложился уже здесь ландшафт, потому что здесь стоят великолепные сосны, естественно, сосны должны остаться, потому что это вот прямо сама история наша, с самого начала строительства города они здесь растут. И березы, которым действительно по 35, по 40 лет, они роскошные. Обретает силу малыш, карельский кедр, тянутся к солнцу юные голубые ели. Мечта волонтеров – высадить в городе форзицию, спирею, кленолистный, пузыреплодник, миндаль трехлопастный, иначе сакуру, что весной цветет прекрасным розовым цветом. И мы сейчас хотим, с учетом того, что уже имеется, то есть роскошных здоровых берез, роскошных здоровых сосен, создать немножко другой сад. Сад, может быть, даже дендросад, дендросквер такой, чтобы показать различные сибирские растения, деревья, но создавать такие живописные группы. Вместе с этим мы и регулярные посадки хотим делать. То есть мы уже заложили здесь живые изгороди. Живая изгородь из барбариса. Барбариса, там, увидите, очень красиво уже плоды дает. Из кизильника блестящего. И вот здесь же, на этой же территории детского сада, мы заложили три живых изгороди. Вы сможете увидеть изгородь трехлетнюю, где клен гинала и елки трех лет, где клен гинала двух лет и однолетка. И вот удивительно хорошо, что мы пришли именно сейчас, потому что именно в этот момент, вот сейчас конец сентября, клен гинала показывает всю свою прелесть, всю свою красоту. То есть на одном растении сразу появляется множество оттенков. Как радуются люди, когда видят, о, груша бордовая такая вся, или груша ярко-желтая, некоторая с фиолетовым оттенком. Вот нам этих красок не хватает. И сейчас мы пытаемся клен гинала ввести вообще в озеленительную культуру Саянска, тем более, что растет он очень быстро. На клумбах выращиваем, поддерживаем, пока собираем многолетние растения. Это и шалфей, это люпин, это купальница, жарки, иначе говоря, гвоздика лесная. Для чего? Для того, чтобы попытаться сменить некоторые клумбы с летников на многолетники.
такая идея. Как-то и раньше, в советские времена, некоторые клумбы были из многолетника у нас составлены. Сейчас мы каждый год сажаем летники. Вот. Мы попытаемся внедрить вот это новый подход, то есть многолетники. Они очень долго цветут, они очень красивые в клумбах. Проект «Подари городу сад» объединил людей всех возрастов, и молодежь, и люди старшего возраста с удовольствием занимаются благоустройством территории и высадкой любимых растений. Мы пришли на субботник для того, чтобы посадить деревья, там, чтобы озеленить все, чтобы красиво все было. Я пришел сюда, чтобы озеленить наш летний огород, чтобы было летом красиво, чтобы мы приходили и любовались красотой. Садим цветы и розы, ну, кто что может. Даже топинамбур, какой он прекрасный осенью. Все уже отцветает, а он такой желтый стоит, радует, как солнышки. Вот здесь вот, копаясь руками, получаем действительно удовольствие. Это связь с землей. И мы от этого только здоровеем. Красоту, наверное, городу подарить. И для души работать. Мы надеемся, что все-таки люди подхватят, и будет наш город красивым городом-садом. Это своеобразный клуб на природе, делятся волонтеры, где мы общаемся, делимся впечатлениями, идеями и, конечно, общими усилиями воплощаем в жизнь свои задумки подарить городу прекрасный сад. Мы проводили анкетирование в прошлые годы. Обращались к людям, что бы они хотели в качестве озеленения. Аллею яблоневую, аллею вишневую. А вообще город-сад очень часто, это как бы такое высказывание звучит. Ну и мы хотим начать с нашей территории. Сначала здесь сделать сад, то, что по силам нам, что возможно. А если получится, то и выйти дальше за черту города. Но вот эти две клумбы, 40 и 60 квадратных метров, это мы уже выходим за город, за территорию детского сада. Ну, 69-й дом, где мы посадили живую изгородь, это уже выход. Мы очень надеемся, что это будет востребовано, что людям хочется видеть свой город красивым, более ярким в осенние моменты. И зимой очень красиво, веточки кружевные, снег ложится, но великолепно. При реализации образовательного проекта «Сад городу» стоит учитывать и интересы жителей, подчеркивают наши затейники. Например, многие сегодня страдают аллергией на пыльцу тех или иных растений, и в этом случае нетрудно посадить сад, в котором не будет места высокоаллергенным видам. Поскольку цель проекта – силами волонтеров и жителей создать привлекательную зеленую среду, расширить новое городское сообщество, раскачать людей, жители сами будут выступать со своими предложениями по посадкам и принимать участие в озеленении города. Это хорошо влияет это на психологию и на экологию. Это отличное хобби. Возможно, в будущем будет создан платный сервис. Например, любой человек сможет заказать маленькую клумбу в подарок другу, а работу будут проводиться, скажем, за ночь. Конечно, не миллион алых роз, но несколько кустов живых цветов возле дома твоего, по-моему, это отличный подарок.